Практически полный бак бензина. Всего неделю назад я поменял резину. Я проверяю двигатель, уровень масла. Хоть и пустой перекресток, но торможу на красный. Если нарушаешь, то нарушай аккуратно. Билет на борте. Если собираешься погибать молодым, то будь осторожен, не навреди остальным. Какой бы ни был профи, не забывай, что хоть ты мастер спорта, есть одно но. Имеешь хай-левел без выбора пути. Не забывай, что машина может подвести. Где ты носишься, кольцевик долбанный? Братиш, прости, мелкий заболел вообще с утра, не уехать было. Пришлось возиться. Ну ты же знаешь, маслом подросток... навонял тут. Это не масло, это евро-ноль, братиш. Угу. Кофе. Да. Не разлил, не? Нет, не разлил. Я же кольцевик гребаный, понимаешь? А-а-а. Все аккуратно. Че, как у вас? Ну, у нас вот установка подготовочного поста. А цепи выдержишь? Конечно, выдержу. Там по 250, по 225 килограмм каждая цепь. Ну-ка, подожди. Что? Че тут, подожди, 255 килограмм. 225. А, 200, ну, блин, я торопился. 225 килограмм цепь. А сколько их тут получается? Раз, два. Короче, 500, ну, условно, да? 500, короче, тонна, две, три, четыре тонны. Какая ты математик, короче, тонна, две, три. Ну, я так на глаз примерно, представляю. А сколько эта херобота весит? Что, килограмм 300, я думаю. Ну, может быть, не, ну, побольше. Килограмм 600. Ну, да, ништяк. И, короче, ее вот, да, на эти брусья. Вот туда, да. Я понял. Не, ну как, вот, ну, видишь, вентиляция. Вот, да, вот вентиляция, то есть вот эта часть вставляется в вентиляцию вот туда. Ага. Ну вот, вот этот чпонь, а это будет, короче, на уровне. Да, я понял. Да. А шторки где-то здесь, да, валяются, как бы? Ну, потом они устанавливаются, да, они по бокам вешаются, там свет и шторы. Сейчас вот брус. Вот брус уже отпилили тут в размер. Сейчас брус надо наверх туда закинуть. На балке. Кто-то из нас будет альпинистом, да, ты сейчас? Да, и надо будет лебедку закрепить на этот брус. И будем поднимать. И будем поднимать, да. Самое интересное, сборку ты пропустил. Прости, братиш. Обстоятельства. А что с BMW Сантехача? Слушай, ну, отъеблось. В смысле? Ну, BMW говно. Нет, это понятно. А что случилось? Видишь, тут катастрофа. А, ну, он говорит, ехал, короче, по кольцевой, она у него закипела и все, перестала заводиться. Подожди. Сантехач жарил, понимаешь, давал жару по кольцевой. Он дал тепла, короче, он дал тепла. И трубы не сдюжили. Да, там у него прокладка потекла. Ага. Да, у Сантехача утечка. В общем, BMW говно. Сантехач, мы обязательно потом с тобой, потом разберемся с этим офигенным авто. Автокар, привет. БМ говно. А Бьюик что? Бьюик там... Еба. Ничего. Ничего, ТО? ТО, да, плановое. Ну, давай позырим, хочу. Ну что там? Свечи, что провода там? А, свечи, провода, никакого креатива. Еба. Никакого креатива. Да. Карбюратор хули? Или здесь не хули? Хули, хули. Хули карбюратор? Да. Ништяк. Ништяк, братиш. Ну я в принципе уточка никто вот не пропустил. Слышишь? Что, ты пропустил всю вот эту вот сборку, это было настолько эпично, там вот Виталик ползал под камерой. Мне кажется, сейчас эпично будет подъем вот этот с переворотом. Да, у нас есть это самый вот бесстрашный Димон. Давай бросай и давай лестницу соберем. Время. Смотри, Димон хочет работать. Так, пожалуйста, собирайте. Димон, я вроде ты что? А? Я или... Кстати, вон там на заднем плане уже подъемник доустановили, так что все хорошо. Ты хочешь вытащить? Я бы не полез. Я бы тоже не полез. Димон, да. Как ты себя чувствуешь? Ништяк. У человека вообще, по-моему, отсутствует инстинкт самосохранения. Спайдермен, да. По сравнению с этим парнем переворачиваться на гоночной трассе, это вообще детский лепет. Я вообще с детства... С брусом залез. И четвертый, пятый этаж. А все будут говорить, что вот мы говно, мы теперь кофе пьем. Ты будешь кофе. Ну, я говно. Ты же на BMW. Я же на BMW, да. Вообще капец. Короче, остался еще один брус, и будем поднимать. Да. Беда. Почему беда? Не знаю.
Что-то Димон задумался. Кстати, просто у Димона, у единственного из нас есть опыт таких вот высокомонтажных работ. Вы не думаете, мы не стекло? Хотя что я себя обманываю? Мы стекло. Да-да-да. Твердотопленный вон, а в основном как бы по срахерству, а я в основном... Я все ниже к земле. Да-да, ниже к земле. А я все больше через крышу, у меня кольцевые гонки всякие у меня. А Димон вон по высотным работам, поэтому как бы... Но мы сейчас переживаем за него. Пипец, да. Лучше вам не знать, какие знаки он нам сейчас показывает. Беда. Лестница. Вообще. Секретный гараж Купчино. Жесть. Ну, вроде осталось немного. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что вы думаете после того, как вы выполнили такую сложную операцию вообще? Все ровно. Все ровно? Да. Лестницу держать не будем, да? Не-не-не, зачем? Слышь, ты мне только скажи, где у тебя там документы лежат, все дела. Документы на что? На BMW, на квартиру. BMW не мой, квартиры у меня нет. Так что кайфа от того, я туда лезу. Вообще никакого. Дима, я тебе хочу сказать, ты реально красавчик. А зачем ты туда полез? Мне вот интересно, в обнимку с лестницы. Ну реально, ты ее так обнимаешь забавно. Бля, мне страшно. Братиш, только не наебнись, а то у нас не будет больше режиссера. Что? Вниз не смотри, голова закружится. Это пипец. Что? Что ты говоришь? Снимите меня! Я тебя снимаю, братиш. А, ты красавчик, да. Короче, я не знаю, надо думать, парни. Надо думать. Братиш, а есть, короче, а где план здания? План здания? Ну да. Я туда точно не полезу. Слышишь? Чё? План здания где же? А нихуя ты не знаешь. Надо хотя бы посмотреть, что это за говно. А то мы сейчас как бы повесим, и, блядь, будет пиздец. Стропилы-то эти? Да. Димон, есть план здания? Я не знаю. Красавчики! Ну, там на самом деле как на колесе обозрения. Можно я здесь кофейку попью, постою? А как, Димон, сможешь хроматический номер по прямой в свечу? Я не... хотел сказать, что с высоты птичьего полета BMW говно были такие маленькие. Жесть, короче. Я думал, что у нас, блядь, скалолаз, ебать. Кто? Никто, я. Все, короче. Страшно тебе было? Как тебе сказать? Ну расскажите, что вы чувствуете? У меня ладошки вспотели. Фига, у тебя такой. Братиш, я электрик, понимаешь? Вот это что сейчас было? Это что же, зачем мне это нужно было? Короче, надо идти искать план здания, а то как-то все печально. Да? Да. Виталий, он уже как бы и леса построил. О! Красотень! Пипец. Короче, самый главный процесс все ближе. А нравится мне все это, все меньше. Ну так или иначе, секретный гараж. Все по технологии, все рассчитано. BMW говно. Сантехача. Че? Там какая-то херобора на середине. Там какая-то тигра. Ну это все мелочи. Это все мелочи. Мы, конечно же, потом будем чинить BMW говно сантехача. Но сначала я хочу сказать, что сантехач изменяет катафиль с какой-то жалкой пандой. Че птичка? Птичка. Это голубь мира. А это какая-то гребаная розовая панда. Сантехач. Ну все, короче, надо ссать на колеса твоего BMW.
В бой! У меня есть выбор. Шеви Нова или БМВ говно. Вы бы как поступили? Котофеич не изменяет своим традициям. БМВ в бой! Погнали, писаны! Сантехович, крестовидом фановой трубы тетива тоже теперь прокачана. Больше не веса и разовоухих пад к себе в тачку. А иначе ермольник не будет заниматься твоей электрикой. В любом правильном гараже должна быть тридцатка вообще. Вот она, на боку. Как всегда. Любой тридцатый кузов рано или поздно оказывается на боку. Братиш, ты что делаешь? Техничку заправить надо. Я хочу у тебя спросить. Чего? Вернее, даже не я, а огромное количество... Куда пошел? Подожди. Огромное количество наших подписчиков, которые ждут, ждут, ждут только одного. Когда будет гелик? Вот даже... И гелик в кадре. И когда будет гелик? Гелик будет в кадре когда? Когда вот разгребется здесь вот этот геморрой, вот фланец на Бронко, вот этот ремонт в секретном... Кстати, Форд Бронко, да. Ремонт вот этот, вот вся вот эта вот... Подъемники, вытяжки, короче, посты, камеры. Все это когда закончится, тогда... Я всем говорю, что будет на следующей неделе. Ну, я надеюсь на это. То есть, как бы, я думаю, что мы уже повесим этот самый подготовочный, я тоже, подготовочный пост. Я очень сильно на это надеюсь. И мы перейдем к парню Гелендвагену. Гелик по дешману. Смотрите, какой он офигенный. Тут даже вообще, смотрите, блин, не видно нифига. Ну, короче, салон почти собран. Да что значит почти? Собран салон вот здесь вот. Здесь вот тоже что-то, очки лежат, какие-то фильтра. Блин, не видать нифига. Ну ладно. Там линолеум. Где линолеум? Ну, линолеум. Зачем там линолеум? Ты там лежал? Да, я трассы ручника вытаскивал. Красавчик! Ну, я думаю, хватит мозги жевать, пойдем. Дальше ты камеру вешаешь, подготовочный пост вешаешь. А что, техничка много жрешь, что ли, братиш? Я... Вообще просто она же быстрая техничка. Быстрая техничка бестия? Быстрая бестия техничка. Бешеная зеленая коробчонка. Вы знаете, я когда познакомился с этим человеком... Братиш, подержи завесу зеркала. Я когда познакомился с этим человеком, это было сколько, братиш, когда это было? Когда мы с тобой? Года 3 назад познакомились? Не, больше. Больше. Года 3 назад он производил впечатление адекватного человека. Но потом что... Так же, как и ты, между прочим. Так же, как и я. Но потом шло время, и мы, короче, корчевали. Мы угораем уже, короче, с керосином, ну, года 4, наверное, на пару. Года 4 угораем, и совсем недавно, как когда? После Нового года. После Нового года мы решили снимать на камеру. Перед Новым годом. Ну, перед Новым годом. Но все равно, давай считать, что как бы старт был... Ну, после Нового года, да. 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 Ну, все, заправляй техничку, будем вешать, довешивать, перевешивать. Да, я пошел. Давай. Я тебя, Виталь, давно таким серьезным не видел. Все, пошли отсюда. Братюш, я буду звать тебя дизель очевидности.